Учительница с пониженной социальной ответственностью, учительница русского языка и литературы школы номер 79 выкладывает в социальные сети эротические танцы. Причем не только на своей личной странице, кроме пребывания в школе, она еще и работает логопедом и в соответствующем сообществе делится своими откровенными танцами и пишет, цитирую, «Это не только банальный стриптиз, который всем нам привычен». Все-таки недопустимо. Ты же учитель. Дети все равно смотрят, следят за соцсетями. Ну, если дети у нас все зависают в соцсетях и часто там бывают, наверное, слишком откровенно. Учительница очень хорошая. Все объяснит. На всех контрольных подскажет. Ну, мне кажется, да. Здесь уже человек на своей карьере крест поставил. И ее уже, наверное, если... Ну, просто никуда не должны брать. Ну, это не значит, если человек занимается на пилоне, что она женщина легкого поведения. Ну, преподаватель есть преподаватель, а человек есть человек, у него своя личная жизнь. Как бы, с одной стороны, что человек имеет право на личную жизнь, а как бы, ну, человек учитель, но он же все равно человек. А с другой стороны, тоже надо выглядеть культурно. Мы учителя, да, тут немножечко надо себя сдерживать. Ну, я бы так не стала делать. Я понимаю, что как бы это немножечко не для учителя. Это решать директору. Мы тут, знаете, мы просто учителя. Ну вот вы, как учителя, позволили бы себе вообще такие фотографии какие-то вкладывать? Да нет, конечно, нет. Наверное. Настолько нет. Настолько нет. Здравствуйте. Телекомпания «Сити». Здравствуйте. Можно нам директора позвать? Директора нам. Видите, пожалуйста. Можете? Я позову директора, не волнуйтесь. Ладно, мы тут постоим. Стойте. Позовите нам директора. Позовите нам директора. Комментарии дают у нас только директор школы. Сейчас она на совещании. Тамары Николаевны нет, она ушла, все. А вы же говорили, что она с нами встретится. Мы ее ждали, она никак не выходила. Я не знаю. Ее в школе нет, она не может с нами встретиться. А вы же говорили, что она на совещании. Так это давно было, все закончилось. Так, а как она была на совещании, если ее тут нету? Я не знаю, ее нет в школе. Кстати, в департаменте образования городской администрации интервью давать не стали. Но в письменном ответе сообщили, что директор школы объявил этой учительнице выговор.